Герой Генри. Авторы сценария Лора Бомонт и Пол Ларсон. Генри и Хиро – очень сильные паровозики. Они могут перевозить тяжелые грузы. Однажды Генри и Хиро приехали за углем для своих тендеров. Почти закончил. Надеюсь, на мою долю угля хватит. Сегодня нужно перевезти много вагонов. Не волнуйся, Генри, конечно, хватит. Генри и Хиро отправились на карьер Фаркуар за очень тяжелым грузом. Затем они поспешили в доки, где их уже ждали. Но по мере того, как паровозики пересекали остров, дым из трубы Хиро начал чернеть. Хиро! Хиро! Из твоей трубы валит черный дым! Из твоей тоже, Генри. А что с нами не так? Мимо проезжал Дак. Он тянул пустые вагоны из-под угля. Ну и ну. Похоже, вы двое тоже пострадали от плохого угля. Плохого угля? Да, меня отправили в шахту за новым. Может, подождем, пока принесут другой уголь, а? Нет, Генри. Мы можем продержаться и на этом, пока у нас есть пар. Нужно ехать дальше, Генри. Мы должны приносить пользу. Генри хотел быть полезным паровозиком, но он очень волновался из-за плохого угля. Прости, Хиро, но пока не доставят чистый уголь, я буду стоять в депо. Генри оставил Хиро с вагонами и вернулся в депо. Хиро твердо решил ехать дальше. Но без помощи Генри ему было тяжело. О, ну и ну. Один я эти тяжелые вагоны не дотащу, их слишком много. Вдруг у Хиро появилась идея. Я могу доставить половину вагонов, а за остальными вернуться позже. Половину вагонов отцепили и оставили на рельсах. Пока Хиро мчался вперед, его дым становился все чернее. Фу! Какой ужасный запах! Прости, Гордон, в мою топку попал плохой уголь. Тогда тебе стоит остановиться и вычистить ее. У меня нет времени, Гордон. Нужно доставить груз. Хиро во что бы то ни стало хотел выполнить свою работу. Но когда Хиро направлялся к доку, он услышал странный шум, исходящий из топки. О нет, это я издаю звон и треск. Что за шум? Ты гремишь так, будто у тебя все сцепки заржавели. У меня нет времени на болтовню, Томас. Нужно перевозить вагоны. Где бы ни появился Хиро, люди смотрели на него и недоумевали. Что за странный шум и жуткий запах? Но Хиро был полон решимости. Он забрал остальные вагоны и поспешил обратно. Наконец Хиро прибыл в доки. Он доставил все вагоны. Но тут появился толстый инспектор. О, Хиро, вот ты где. Поезжай на плавильню, привези оттуда стальные балки. Они очень тяжелые, так что тебе понадобится помощь Генри. Да, сэр, но... Ну что, Хиро, отправляйся немедленно. Корабль отплывает в 4 часа. Хиро знал, что ему нужно починить топку, но он не мог возразить толстому инспектору. Да, сэр. Но, Хиро, почему из твоей трубы валит такой черный густой дым? Хиро отправился дальше. Он гремел, скрипел, извинел до самого депо Тибута. Генри, я доставил все вагоны в доки, но мне нужна твоя помощь.
Но как тебе удалось, ведь ты до сих пор работаешь на плохом угле. Это было непросто. Но иногда нужно просто ехать вперед, несмотря ни на что. Ну что ж, я хотел дождаться, пока привезут чистый уголь. Но раз ты продолжил работу, может, я смогу тебе помочь? Хиро и Генри отправились в плавильный цех. Хиро и Генри забрали платформу с тяжелыми стальными палками. Хиро тянул, Генри толкал. Эти платформы такие тяжелые, Хиро! Давай, Генри, толкай! Мы с тобой должны быть в доках до того, как отплывет корабль! Генри и Хиро мчались из последних сил. Но теперь из топки Генри тоже доносились странные звуки. Моя топка сильно шумит, Хиро. Может, вернемся и проверим, вдруг привезли новый уголь? Нет, Генри, у нас нет времени. Корабль отплывает в 4. Когда Хиро и Генри поднимались вверх по склону, раздался странный шум. Но первым заглох не Генри, это был Хиро. Хиро, почему ты встал? Моя топка засорилась. Я сломался. Прости, Генри, ты был прав. Нужно было дождаться нового угля. Теперь мы точно не успеем до отплытия. Не волнуйся, Хиро. Ты говорил, что нужно ехать вперед, несмотря ни на что. Я так и сделаю. Генри собрался с силами, поднатужился, и они медленно начали взбираться на вершину холма. Генри толкал не только платформы, но и Хиро. Молодец, Генри! Продолжай в том же духе! Генри скрипел, звенел, гремел и пыхтел. Его колеса шатались, а оси болели. Но он не останавливался. Все рабочие болели за Генри, когда увидели, что он толкает Хиро и платформы. Ура! Ура! Затем к паровозикам подошел толстый инспектор. Молодец, Хиро. Ты успел как раз вовремя. Тебе удалось доставить эти тяжелые балки, несмотря на то, что тебе пришлось работать на плохом угле. Спасибо, сэр. Я бы ни за что не справился без Генри. Он толкал меня, когда я заглох. Да, но именно Хиро научил меня никогда не сдаваться и ехать вперед. Что ж, тогда вы оба молодцы. А теперь отправляйтесь в мастерскую на ремонт. Вскоре топки Хиро и Генри вычистили и засыпали туда свежий уголь. Они были счастливы, что могут вернуться обратно к работе. Хиро, ты был прав. Иногда можно двигаться вперед, даже на плохом угле. Но лучше пусть он будет хорошим и чистым. Вперед, за работу. Пора нам приносить пользу. Square.